Легенда о том, почему, даже документы есть о том, что почему Комсомольск построили именно в этом месте, почему планировка вот такая, здесь именно вот ленинградский проект, там, почему такая архитектура. Дело в том, что только сейчас рассекречиваются материалы, что в свое время над этой территорией потерпел крушение космический аппарат, который, в общем-то, распался на части, и вот части его упали в некотором расположении. Причем почему-то вот именно в этом месте, потому что, ну, край очень богат всякими и полезными ископаемыми, и природными явлениями. Вот. И потом, когда начали рассматривать, значит, это дело, то поняли, что где-то вот эти части, части этого планетоида, как он назывался, значит, это они остались в разных местах на территории. И там, где вот они, эти части упали, то там построены были архитектура, ну, башни, вот как дома башни, вот они стали на этих улицах. То есть и в будущем ленинградские архитекторы, они выстроены на основе того, как вот разрушался этот планетоид, они выстроили их архитектуру. Причем была и вот именно такая архитектурное, да, здание, вот выбраны были вот из этого как раз явления.